Ну за что? Ну добей! Майни вновь с вами. Всем привет! И сегодня с реакция на видео с канала Cas Van de Pol. Поль, я опять же не знаю, как правильно читать свой ник. И да, это анимация Рататуи, настоящая. Ну вот прям правильная версия. Давайте посмотрим Рататуя. Обожаю этот мультфильм. Я почему-то пропустил эту анимацию на его канале. Мне в этом сказали мои зрители. Опять Pixar. Не Рататуя, это... Это... Любовь. Ага. Рататуй. Ну это типа, ну это трогай. Блин, он будет писать Рататуй, я же вообще его не помню. Бедные мишки. Ё-моё. Париж. Блин, же как же круто анимация сделана. Ну за что? Ну добей! Вышел прикол. За что? За что ему вечно руки? Он только нарастил новые руки, а ему снова отрубили. Его, видимо, Джордан нарастил из Джорджа. Что с ним? Что случилось? За Робсона. Так вот как это работает. Какие ужас. Блин, надо будет присмотреть. Все, все, вот этот мультфильм я присмотрю в ближайшее время. В ближайшие пару дней. Я Катю заставлю и посмотрим. Ну чё, у нас есть братва, крыси. А чисто антисанитария, кстати. Я только об этом подумал, да какой пипец там был на улице. На улице, на кухне. Да почему у меня снова рук-то нет? Блин, великолепная анимация, великолепная. Мамма миа, мамма миа. О, это еще не конец, это еще есть сцена после титров. А вы думали, а? Понятно. Не, ну все понятно. Ничего не понятно. Я вообще не помню же мультик. Надо будет его присмотреть. Хотя я его очень обожал в детстве. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, обязательно подписывайтесь на канал Cas Van de Pol. Пишите, какие вы еще хотите, чтобы я у него анимации посмотрел. Потому что я есть еще некоторые не посмотрел. И обязательно посмотрю. Посмотрю. Ну вот может Властелина колец посмотреть. Он только недавно вышел. Напишите. Все, ребята, всем удачки. Всем пока-пока.